Да, Олег Васильевич Василенко, начальник аварийно-спасательного подразделения Краснодарского отряда краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». Все верно? Да, Олег Васильевич, здравствуйте. Мы сегодня говорим о безопасности дорожного движения, о том, как можно уменьшить число ДТП на дорогах. Вот, наверное, вы как никто можете ответить на эти вопросы. Ну, уменьшить это все-таки зависит от культуры вождения и от культуры водителей. За начало года 2016-го наша служба уже участвовала в 175 дорожно-транспортных происшествий. Спасено 162 человека, из них 4 ребенка. Ну, а если эту статистику вот разделить, то есть практически каждый день, да, получается, выезжаете на серьезные ДТП? Практически, да. А вот мы спрашивали нашего предыдущего гостя о местах концентрации. То есть подтверждаете, да, слова, что федеральная трасса М4 Дон – это, наверное, самая такая… Федеральная трасса М4 Дон, федеральная трасса Кавказ. Да, это самые такие опасные. Вот у вас аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас», но есть же еще и другие службы, правильно? МЧС России еще выезжает, да, на ДТП? Да, есть федеральные службы, мы краевая служба, есть еще муниципальные, которые только в образовании там, города, района. А вы не выезжаете по Краснодару? Вы именно по... Или по Краснодару тоже? По Краснодарскому краю. Ну, в основном по Краснодарскому краю. Ну, скажите, я правильно понимаю, вы ведь одни из первых, да, кто приходит зачастую на помощь? Потому что, ну, я общался с вашими коллегами, и делали мы различные сюжеты на телекомпании о службе «Кубань-Спас». Получается, что вы максимально оперативно реагируете на такие оповещения, как ДТП? Ну, конечно, все сделано для того, чтобы мы приезжали одни из первых. И вот вы приезжаете на место. Как происходит, какие действия у вас? Что, зачем, вообще, порядок работы? Вообще-то есть алгоритм действия при ДТП. При прибытии на ДТП первое, что делается, это выставляются фишки, чтобы к месту ДТП никто не подходил. Второе, это нужно снимать провода с аккумуляторных батарей, чтобы не произошло возгорание. Только после этого мы приступаем к самому действию, то бишь осмотра пострадавших, а потом уже и происходит деблокирование. Каждый человек знает, что он делает. Потому что, как правило, участвуют 4-5 человек, и все не стоят кучей, а каждый делает свое дело, чтобы было очень минимизировано по времени. После того, как мы деблокируем пострадавшего и вытаскиваем человека, как правило, есть уже служба СМП, скорая медицинская помощь. Если он очень тяжелый, то мы его вытаскиваем уже с помощью сотрудников СМП, они подключают туда капельницы, и мы его достаем. Если его можно достать без сотрудников СМП, то мы его достаем. Если кто-то пытается достать человека, пострадавшего с автомобиля, то лучше не надо этого делать. Вот об этом мы хотели спросить, да, отдельно нашего доктора, нашего врача, который приходил к нам в гости. Только если машина может при случае возгорания или взрыва, тогда можно вытаскивать этого человека. А так лучше не надо, пока не приедет сотрудник медицинской помощи. То же самое сказала нам и врач, что только при какой-то угрозе стоит трогать, а так лучше так не надо. Потому что, как правило, они делают еще хуже этому человеку. Расскажите, а какие вот самые страшные аварии и почему они случаются, о причинах? Вот, что может быть виной? Это алкогольное опьянение, о котором мы сегодня уже не раз говорили, это, не знаю, невнимательность. Выезд на встречку, то есть какая-то там превышение спешка, скорости. Наглость. Самая страшная авария – это лобовые, когда два автомобиля встречаются лоб в лоб. Это, как правило, с летальным исходом, как правило. Почему они происходят? Это устанавливают сотрудники нашей полиции, потому что факторов много, на самом деле, могут возникнуть. Но один из них – это человеческий фактор. Может человек заснуть, может вставлять диск или менять там музыку, повернуться... Писать смс. Смс писать. Повернуться к своему напарнику, пообщаться. Так что человеческий фактор – это один из... Основных, да? Из основных, да. Как правило, зачастую. Да, Ксюш. Скажите, а ну вот у меня такой вопрос, может быть, не знаю. Ну, в общем, вот... Как вы потом по ночам спите после всего вот этого, вот, когда моральная смотрите? Сторона моральная вопроса. Сторона, тяжело да. Дело в том, что когда-то я работала автором программы «Вне закона», и в течение полутора лет я постоянно выезжала вот на такие ДТП, на пожары, и дошло до того, что я просто уже не могла спать.
Я потом ушла из этой программы, потому что, ну, может быть, потому что я как бы девушка, не знаю, но, ну, не могла я это все видеть. Это очень тяжело. Я как-то спрашивал у медиков, как они относятся к этому. У них же тоже работают так. Ко всему человек привыкает. Привыкаем тоже к этому. Единственное, что очень тяжело смотреть при ДТП, на последствия ДТП при участии детей. А взрослый человек – это все-таки взрослый человек. Поэтому спокойно, уже спокойно. Угу. Ну, я думаю, что среди вот этих вот аварий, про которые мы говорим, да, вот вы сказали 175 в этом году, я думаю, не так много таких вот прям страшных аварий, да? Ведь если просто авария происходит, вас же тоже вызывают? Или только если нет, там... Нет, если просто авария происходит, нам там делать нечего. Ну, я имею в виду, что пострадавшие есть, но как, ну, ничего такого. Ну, вы отвезли в больницу, или нет, только скорую вызывают? Вызывают сотрудников полиции, угу, и скорую медицинскую помощь. А мы приезжаем только в том случае, когда нужно деблокировать пострадавшего из автомобиля. То есть, когда нужна специальная техника, да, вот эти ваши гидравлические ножницы. Да, да, правильно, когда нужно ГАСИ. И с помощью ГАСИ мы извлекаем людей из автомобиля. Ну, давайте, да, у нас осталась всего минутка. Напоследок расскажите, пожалуйста, как быть, если стал очевидцем или, да, или участником ДТП, то есть какой-то порядок действий, пару советов, может быть, как не попасть в ДТП. Ну, если вы стали очевидцем ДТП и, не дай бог, участником, первое, что нужно сделать, это вызвать специалистов. То бишь, нужно звонить на телефон 03 02 112 и вызывать специалистов. В первую очередь врачей, да? Ну, в первую очередь полицию. А полиция уже оповестит всех. Все, спасибо. Понятно, вам большое. Спасибо большое. Да. В гостях у нас был Олег Василенко, начальник аварийно-спасательного подразделения Краснодарского отряда краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас».